Алексей Воробьев, «Сумасшедшая» и группа «Френды». Поехали! Спокойно. Вы готовы? Она сумасшедшая, но она моя. Ее утро, как обычно, 22 часа. Запрыгнуть в лабутены и успеть накраситься. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, улыбается. Все смотрят на нее, и ей это нравится. Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет шалалала. Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет шалалала. 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 Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет шалалала. Готовы? Смоки, азмы, капы, новый ролик на руках. Убегает от своих проблем на каблуках. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Подруги разбежались по танцполу, но она просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыв глаза, улыбается. Все смотрят на нее, и ей это нравится. Готовы со мной? Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет шалалала. Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет шалалала. Шалалала. Но она моя. Танцует до утра. Еще? Не помню. Не помню. Шалалалала. Я вам должен признаться, что это чистая импровизация. Потому что вы мои золотые. Вы же хорошие. Так, секунду. Так, теперь скажите мне. Скажите, вы готовы подпевать следующую песню? Да. У меня же сердечко прихватило. Вы так не кричите, так нельзя. И это было не из букета, это мои слезы, слезы радости. Итак, кто из вас смотрел сериал «Девчонки»? Причем смотри, какой универсальный букет. Можно как бы и полюбоваться, и попить, если что.
Очень удобно. Друзья, это было круто! Алексей Воробьев и Френды! Спасибо! Мечты сбываются! Ох, так, дети, идемте готовиться на финал. Аплодисменты в зале. Спасибо огромное. Группа Френды. Алексей Воробьев. Побежали за сцену все вместе со мной. Пошли, пошли. Вот уникальный артист Воробьев, понимаете? Нет, не посмотри, это же мечта, чтобы такое количество детей слушалось одного человека. Все за ним выбежали, все убежали. Вот она, любовь зрительская, что делает, а? Аж подвеску потеряли. Ой,